Приветствую вас, мои дорогие друзья и гости моего канала «Цветочный сад» у Алёнушки. Сегодня я хочу поделиться с вами еще одной радостью, так как получила посылочку с розами. Уже первую посылку с саженцами роз я высадила, снимала вам видео. Ссылочку оставлю под этим видео, покажу вам свой метод посадки. Сегодня сейчас сделаю распаковку. Розы заказывала с Воронежской области, село Тресороково. А ссылочку оставлю под этим видео обязательно, потому что очень приемлемая цена, хорошие саженцы. Вы сами сейчас в этом убедитесь. Очень большой ассортимент роз нам предлагают продавцы. И хочу сказать, что хорошо приживаются, потому что не первый раз я заказывала. И плетистые, английские, чайно-гибридные. Но вы можете, в принципе, посмотреть, зайти и выбрать для себя. Занимаются продажей как осенних саженцев, так и весенних. Вот посмотрите, как упаковано. То есть вот такая большая корневая система. В принципе, если мы покупаем саженцы с открытой корневой системой и смотрим на внешний вид, то корневая зона, вот такая корневая вот эта часть, должна совпадать с размером надземной части. Но визуально мы видим, что у нас примерно размер корневища нижней части совпадает с верхней частью, надземной частью. Так, заказывала я сорта, потом вам покажу, какие, потому что у меня схема, где я буду высаживать эти розы. Все это будет приложение этого видео. Еще вот такой, здесь несколько саженцев, вот такой сверток. Сейчас я раскрою, вам покажу, какая корневая система и в этом наборе саженцев, и в этом. Вот такая корневая система. Сейчас я не буду разбирать ничего. Я просто-напросто опущу на, конечно, хорошо на ночь, на сутки, водичку с корневином. Но я пока буду место готовить, рассказывать, где у меня будет посадка. Поэтому сегодня они будут стоять несколько часов в растворе с корневином. Вот так я опустила полностью весь сверток в водичку с корневином. И теперь они будут стоять несколько часов. Позже, конечно, обязательно покажу вам, как будет выглядеть корневая система, когда буду разбирать полностью друг от друга каждый саженец. Здесь есть розы с подвернутой корневой системой, но мы будем секатором немного обновлять. Это я делаю всегда при посадке роз. Ну, а теперь могу вам визуально показать, как выглядят соцсети, одноклассники этого магазина, этого питомника. Тресороково, Воронежская область. Там предлагают не только саженцы роз, но вы пройдите, посмотрите. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Вот так выглядит страница в соцсети «Одноклассники» этого питомника. И вам предлагают альбомы различных видов роз. Проходите по ссылочке, выбирайте понравившиеся вам экземпляры. Друзья, буду высаживать вот в эту зону. Я вам не раз ее показываю. Здесь я ее до ума никак не доведу. Надо срочно проводить обрезку ирисов, потому что уже листва начинает подсыхать, чтобы не было заболеваний. Но это будет совсем другая тема об этом. Здесь я бы хочу снять. Значит, здесь у меня вдоль дорожки идет лаванда. Далее у меня уже посажены ряд будет розочки различного вида. Но они небольшого размера. Далее хочу здесь от можжевельника отступить место, пустить одну арку, то есть с двух сторон посадить плетистую розу. На переднем части от арки кустовую розу, флорибунду. И также после первой арки сделать еще одну арку. То есть, чтобы было у меня две арки, вот так. С одной стороны, с другой стороны роза плетистая, точно так же здесь. На переднем части от арки от одной и другой флорибунды. Здесь будет идти у меня ряд розочек. Ну и я оставлю немного визуально, чтобы было весеннее красивое цветение. Это, конечно, ирисы. Я не все их буду убирать. Часть я уже пересадила. До конца сентября надо все успеть сделать по пересадкам, чтобы корневая система прижилась хорошо. Если вы переживаете, что ваши розочки могут не прижиться, имейте в виду, что вот такая погода прохладная. Она дает лучшую приживаемость нашим розам, чем, допустим, мы сажаем в жару.
Ну, а теперь сорта роз, которые я заказала. Амадеус, плетистая роза. Очень хорошая мускусная Салли Холмс. Фишерман Френд Флорибунда. Пилигрим, плетистая. Антик, плетистая. Айсберг, у меня уже есть один куст, но я еще один заказала, плетистая. Пьер де Ронсар. Эльф, это плетистые виды. И еще одна мускусная роза, Рапсодия ин Блю. Так что, друзья, буду приступать к работе, буду готовить место для посадки роз. Примерно я рассчитала размер арки, то есть сколько друг от друга надо отступить, чтобы сделать ямки для лунки, как мы называем, для того, чтобы посадить наши саженцы. Часть роз я уже посадила. Итак, осматриваем розу, осматриваем корневую систему. Смотрите, какой хороший, великолепный корень. Вот так я обрезаю немного корешки. И вот такой саженец будем высаживать. Метод посадки я вам уже показывала. Подробно сегодня не буду занимать на этом видео. Ну а вы, друзья, заказывайте, не бойтесь саженцы с открытой корневой системой. Особенно очень хорошо. Но если присмотреться, мы можем видеть совсем молоденькие белые корешки. Это новые корни возобновления. Поэтому, друзья, вот совсем маленькие. Они только начинают расти. И такие саженцы с открытой корневой системой очень приживутся быстро. Ссылочка на соцсети Одноклассники, где можно приобрести вот такие саженцы, будет под этим видео. Проходите, заказывайте. Ну а закончить сегодняшнее видео я хочу обзором растений, которые предлагают у нас на рынке. Раз в неделю у нас рынок в нашем поселке. Сейчас, на данный момент, большой ассортимент хризантемы, кустарников, лаванда, гортензия, хвойники, туи. Но не могла пройти мимо гортензии, потому что полюбила эти растения, эти кустарники. Те сорта, которые предлагают у нас, у меня множество есть, но один сорт я обязательно приобрету, которого у меня нет. Друзья, осенняя посадка все же мне почему-то нравится больше. Конечно, весной тоже можно сажать, и мы высаживаем весной. Но я считаю, что если мы посадим осенью, растение наше приживется, она будет больше закаленней, чем в весенней посадке. Крупнолистовую я покупать не буду. Все же метельчатая она меньше нуждается в уходе, в укрытии. Она отлично зимует в нашем регионе. Но с покупкой я обязательно уйду и покажу вам уже ее дома, друзья. Вот такой, друзья, саженец я достала из горшочка. Сильвер доллар, гортензия. Буду сейчас высаживать в открытый грунт. Вот и все, что хотела вам показать. Понравилось видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Вам мира, добра и до новых встреч!